Всем привет, с вами снова я, Форматик, и сегодня я расскажу, почему так долго не было видео, чем я занимаюсь в ближайшее время и стоит ли ждать чего-нибудь крутого на моем канале. Все и многое другого в этом видео. Ну а мы начинаем. Итак, почему же не было роликов целую неделю? Сейчас на моем жестком диске находится почти 3 готовых видеоролика. Один из них это этот. Почему же я их не доделаю и не выложу на YouTube, спросите вы? А я отвечу. Потому что мне лень пока что трогать эти видеоролики. Потому что недавно я начал интересоваться созданием своей музыки. Начало было просто кошмарное. Сначала я создавал ужасную музыку. Только послушайте. Я надеюсь, вы еще тут. В общем-то, вы слышали, как я раньше создавал музыку. Сейчас же уже получается лично, как по мне, неплохо, но учиться еще нужно. Слушайте. Эти дни я все улучшал качество создания музыки, создал 4-5 треков и скажу, что в скором времени я выпущу музыкальный клип. По логике, первый музыкальный клип на этом канале. Конкретные даты и возможные числа создания я не буду говорить, но сейчас у меня имеются планы по будущему выпущенному музыкальному клипу. Поэтому ждите. Ну и дополнительные новости, которые не связаны с каналом. 5 ноября вышла игра Red Dead Redemption 2 на ПК, и я также ее купил. Предзаказ в Rockstar Launcher. И знаете, что самое интересное произошло? Я не могу открыть сам лаунчер. У меня выскакивает ошибка с запуском. Писал в техподдержку, и оказывается, у многих есть такая ошибка. Они говорят, выпустят патч, все будет потом чики-пуки, ну там, извините. Ну и в общем-то вот так. А те, кто смог запустить RDR 2 на своих компьютерах, были просто в шоке от оптимизации. На ультра в 2К разрешение выдавало 30 FPS на видеокарте RTX 2080. Когда я узнал про это, я поразился. У меня GTX 1060 и монитор 2К. И как бы я сейчас понимаю, что... Как-то с какой-то степени хорошо то, что у меня не запускается, потому что я не смогу увидеть этот ужас. Rockstar Games, делайте патч на ПК-версиях своих проектов. Иначе все фанаты на ПК так и уйдут. Также говорили, что за 5 часов игры игра вылетает 10-20 раз. Эту информацию говорили несколько ютуберов, поэтому я не буду говорить то, что это правда или не так. Но если это все же правда, как-то не очень приятно то, что пролог идет 1 час-1,5 часа, и за 5 часов у вас от 10 до 20 раз может игра вылететь, ну как-то... В общем, пока что будем ждать все патчи на Rockstar Launcher, патч самой игры, ну и все проекты от Rockstar Games на ПК.
Лично для меня тогда Rockstar Games на ПК-версиях своих проектов будет для меня очень хорошей. Потому что сейчас пока как так работает Rockstar Launcher и сама RDR 2, меня не очень радует. Поэтому скажу, если вы хотели предзаказать RDR 2 на свой ПК, чувствую, либо вам не хватит мощности, и пока не заказывайте, потому что сейчас неизвестно, что с Rockstar Launcher, что с самой игрой, что с оптимизацией. В общем, пока что я вам не советую его покупать. Пока Rockstar Games не выпустит патч на все эти проекты, пока лучше не берите. Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр данного видео до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пишите свои идеи в комментариях. В общем-то, подведем итоги. Сегодня я вам рассказал, почему так долго не было видео, чем я занимаюсь и продолжаю заниматься в это время, и узнали новости про RDR 2 на ПК. В общем-то, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!